За 4 месяца этого года жители Башкортостана оформили автозаймы на 11 миллиардов рублей. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй. Еще большая динамика отмечена только в Татарстане. В соседней республике за год объем автозайма вырос на 76%. В целом по стране этот показатель вырос на 40%, до 300 миллиардов рублей. По общей сумме автокредитов среди российских городов и регионов Башкортостан расположился на 6-й строчке. Больше всего автозаймов оформили москвичи на 27 миллиардов рублей. Далее следуют жители Московской области и Санкт-Петербурга. Татарстан на 4-м месте. Рынок итого по России за первые 4 месяца новый БУ вырос на 375 тысяч практически. И рынок Башкортостана вырос на 9,5 тысяч. Да, новых было продано меньше, но по Башкортостану несущественно. Но существенно больше автомобилей с пробегом. Это первый фактор. Второй фактор – рост стоимости автомобилей, как новых, так и автомобилей с пробегом. И третий фактор – это переток из потребкредитования в автокредитование. Добавлю, в Башкортостане третий месяц подряд растет средний чек автокредита. В апреле он составил 1 200 000 рублей. По этому показателю республика заняла 19-е место среди российских регионов.